Личный прием граждан провел в Солигорске Александр Яхновец, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Минского областного исполнительного комитета. В течение 2 часов у жителей Солигорщины была возможность прийти на прием, в том числе без предварительной записи, и задать волнующие вопросы, озвучить проблемы. Все обращения были зафиксированы и взяты под контроль. Отрасль ЖКХ – это сложнейшая отрасль, она связана с услугами нашим гражданам. И, конечно же, есть некоторые вопросы в этом направлении. И мы встречаемся с людьми, чтобы по возможности решать эти вопросы, которые возникают у граждан. По обеспечению жильем, там, постановка на очереди и обеспечение жильем, многодетные семьи. Ну и также по проблемам, которые возникают при оказании услуг различных. Вот как сегодня обращались граждане по содержанию уличной дорожной сети, по самим услугам в плане оказания услуг по водоснабжению, канализации, отвозке мусора. Ну и все эти вопросы пытаемся решать по возможности.